«Сохраним мир прекрасным». В краеведческом музее открылась выставка детских рисунков, посвященная году экологии. Воспитанники детской школы искусств номер 3 представили на суд зрителю свои лучшие работы, которые собирались на протяжении 3 лет. В детской школе искусств номер 3 не просто учат азам художественного мастерства. Здесь царит самая настоящая свобода творчества. Поэтому представленные в краеведческом музее рисунки отличаются оригинальным подходом к самым, казалось бы, обыденным темам. В каждой нашей картине есть какой-то смысл, идея. Когда мы наши картины рисуем, мы закладываем в них эмоции. И мы надеемся, что эти эмоции передадутся зрителю. Впрочем, для этого мы и рисуем в целом. На выставке представлено более 170 работ. На протяжении 3 лет отбирались самые лучшие произведения. Несмотря на утвержденную тему, зрители увидят несколько серий картин. Про работу полицейских и пожарных, вертолетный завод имени Миля, про красоту окружающего нас мира. Удивляет и разнообразие жанров – портреты, натюрморты и пейзажи. Детские картины, они несут в себе определенную энергетику. Ребенок, он сам по себе еще невинен, честен перед миром, перед собой. Поэтому картины несут добро. То есть любой ребенок на любую тему, когда он рисует, он вкладывает только самое лучшее. И когда мы смотрим на картину, мне кажется, прям даже ощущается какая-то энергетика. Поздравить молодых художников пришли местные знаменитости – художник Виктор Марков и архитектор Александр Рожников. Они высоко оценили профессионализм ребят, пожелали им творческих успехов и вручили грамоты. Оценить выставку юных талантов люберчане могут ежедневно с 10 до 18.00, кроме понедельника. Кристина Манасарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.